Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре мы поговорим о новом баке от компании Geekvape Alpha Tank. Атомайзер поставляется в черной картонной коробке. Спереди нанесен логотип компании и надпись, которая переводится как «Гики знают лучше». Открываем коробку и первым делом видим бак в черно-белом цвете. Запасное бабл-стекло на 4 мл. Сменный испаритель на 0,4 Ома. Производитель заявляет, что его можно парить на мощности от 40 до 80 Вт, но рекомендуемая мощность от 60 до 70 Вт. Внутри него установлены две сетки, что является своего рода новшеством. Далее под поролоном спрятался зиплок с запасными о-рингами и заглушками. Перейдем к самому баку и начнем сверху. Тут у нас расположился 810-й безоринговый акриловый дриптип в цвет девайса. Крышка открывается при помощи кнопки. При нажатии на нее срабатывает механизм и крышка отщелкивается. Пружина в ней довольно мощная, так что эта система будет работать долго и надежно. Крышка закрывает собой отверстие заправки. Бабл-стекло, которое сразу же с завода, очень хорошо закреплено. Также в комплекте есть идентичное запасное стекло на 4 мл. Далее идет база, в которой предустановлен испаритель на 0,15 Ом. Он рассчитан на мощность от 60 до 100 Вт, но идеальная мощность для него от 75 до 95 Вт. Внутри установлен нагревательный элемент в виде сетки. Благодаря этой сетке можно будет добиться потрясающего вкуса. В нижней части находится регулируемый обдув с тремя отверстиями. Настраивается он с помощью кольца. Теперь давайте заправим бак и попробуем его. Использовать мы будем новый вкус жидкости Iced Out. Тщательно пропитываем испаритель, чтобы при первом использовании не сжечь его. Выставляем небольшую мощность и прожигаем его. Таким образом мы полностью избавимся от посторонних запахов. Теперь осталось все собрать и заправить жидкостью. Можно смело сказать, что испарители у Geekvape'ов получились отличные, вкус насыщенный, пара много и бак совсем не течет. С вами был Сигарет Нет Бай, до встречи на нашем канале.